Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня мы с вами будем тестировать вот такой вот ваниш. Его я купила в фикс-прайсе за 99 рублей, да, так кажется 66, а так 99, вот, я еще не пробовала, вот, буду пробовать вместе с вами сейчас на детских вещах, и посмотрим, что из этого вышло. Так, ну вот, наконец-то настал тот день, когда я собралась такие выводить пятна, себе приготовила тазик. Вот мой, как его, ваниш. Вот. За 99 рублей я его купила в фикс-прайсе. Уже почитала. Оказывается, в принципе, я так и думала, то, что кладешь вещь просто в тазик, заливаешь ее пятновыводителем и все. И оставляешь там на какое-то время. А потом я приду и немножечко потру. Либо сразу потереть, посмотрим. Сейчас я покажу сначала, какие у нас детские вещи. Есть пятнышки. Вот здесь уже не особо видно. Вот тут оно есть. Уже не так видно. Но здесь у нас как раз малина. От малины оказались ужасные пятна. Вот так я их, наверное, буду раскладывать. Так. Где-то у нас еще. Как раз мы на даче, да, вот бегали в таких штанишках. И вот, пожалуйста, еще от малины, либо от компота малинового, красного. Тоже его положим тут рядышком. Тут убираем, тут кладем. Вот, где-то еще вот. Вот, да, самое вот ужасное, где вот это вот, тут через камеру здесь даже видно, здесь были они еще хуже, еще больше видны пятна на белом. Тут прекрасный такой зайчик, комбинезончик. Вот даже тут еще вот одно есть. Вернее, два пятнышка. Вот хороший комбинезончик. Пятна были видны еще сильнее. У меня уже было 2 или 3 стирки. Вот. Ой, да тут прям даже до зайца. Вот. И там хотя бы более-менее не так уж прям. Посмотрим сейчас, как это тут все будет. Так, вот сюда. Так, здесь что у нас? Здесь, здесь, здесь. А, вон пятнышко. И вот. Здесь у нас пятна от травы. Тоже комбинезончик. Вот тут вот 2 пятнышка. И тут вот пятнышки. Тут у нас от травы. Вот тоже комбинезончик такой. Он тепленький, хорошенький. Вот. Может быть, даже, кстати, и малина здесь. И вот сюда вот так положим. И последняя вещь. Набрала я почему-то мало. Здесь вот не знаю даже, тоже, наверное, либо от малины, скорее всего, от малины, наверное, тоже с пятнышки, вот тут немножко пятнышки. Вот их мы положим сюда. Чуть-чуть болтаю. Вот, там написано мерный стаканчик есть внутри. Так, что-то я мерного стаканчика не увидела. И так вот я оставлю, посмотрим насколько, потом я запишу снова, что там произошло. Так, ну вот смотрим, как у нас отстиралась одежда. Тут немножечко, может быть, капельку, но не настолько. Все равно она осталась не белоснежная, как, допустим,
Здесь она получается побелее гораздо. Штаны тоже не отстирались. Сначала не нашла, думала, стирались, но нет, вот оно. Вот пятно одно. Да, и Дима тут ходит. Да, скажи, пятно где? А, вот второе пятно. Они не так, в принципе, видны, как были. Наверное, это несколько стирок надо. Здесь вообще не отстиралось. Дим, не трогай. Тут вообще вот оно как было пятно. Пятно огромное, видать, оно въевшееся совсем. Вот продержал я их там не один час. Вот, и немножечко надо еще воды залить, потому что там высыхает немножко. Может быть, поэтому будем пробовать еще раз попозже. Вот, ну, неприятно, конечно, с пятнами очень неприятно пользоваться. Не знаю, мне очень нравится этот комбинезончик. Ну, будем пробовать. В принципе, тоже вот оно. Вот пятнышко. Но оно отстиралось, но почти не видно. Ну, в принципе, не помню, оно такое же оно было. Тут пятнышко. Не знаю, может, я еще нашла. Нашла, в принципе, да, я еще вот тут пятнышко. Вот, видимо, надо все-таки, если замачивать, на следующий раз я полностью все замочу как следует. Потрачу его весь. Обычно я люблю порошок тратить весь. Я люблю стирать как положено. Вот. Здесь тоже немножко вот они остались пятнышки. В любом случае, я буду пользоваться снова. И, наверное, сделаю это отдельным роликом. И покажу снова. Вот. Пятнышко, вот пятнышко. Будет у нас попытка номер два. У нас попытка номер два. Стираем мы ванишем снова одежду. Вот в этот раз я сделаю по-другому. В прошлый раз я на сухой таз только залила некоторые пятнышки ванишем. Сейчас я добавила немножко воды в тазик. И сейчас мы просто замочим эти вещи. Так, сначала мы сейчас выльем немножко ваниш, а потом замочим это все. Мне кажется, так будет лучше. Вот, немножечко оставлю. Чуть-чуть. Я хотела в прошлый раз весь ваниш вылить, но решила немножечко ставить, потому что на неделе у меня были несколько пятен, я на кровать пролила, и он очень быстро прям просто вот ванишем я подтерла. Ну, немножко водой до этого, мылом пыталась, а потом просто вот так вот ванишем, и все, эти пятна просто исчезли. Поэтому я подумала, пускай чуть-чуть капельку на ванише дома будет. Вот, а теперь вот мы будем пытаться, там-то было свежее пятно, а тут мы будем пытаться сейчас отстирать старые пятна. Здесь вот они также остались. Кофточка Димина. Тут вот на рукаве пятнышки. А где-то еще, по-моему, сзади где-то видела. Не помню, где, ладно. Ой. Так. Ну, как в прошлый раз я показывала, ничего не отстиралось. Вот они, в принципе, видны. Пятнышки. Я буду все вместе застирывать. Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, отстирается все. Ну, я так надеюсь. Если нет, будем думать дальше, что делать. Вот, тоже пятна. Вот эти, конечно, у меня пятна больше всего не нравятся. Мне не нравятся вообще эти пятна. Это ужасные пятна. Они мешают мне все время. Это вот он как раз измазался в малине. Когда кушала летом малинку. Так, здесь что-то у нас. Здесь тоже немножко есть пятен. Вот он. Я люблю, когда все чистое, белоснежное, без всяких пятен. Так. Ну и вот. Вот это вот тоже положим. Здесь тоже вот они пятна. Въевшиеся пятна. Вот. Ну, она немножко еще и грязненькая. Все вместе. Вот эта вот штучка обратно, я сейчас буду все смывать. Еще нам даже воды добавим. Проверим, что там.
не снесу. Добавлю еще капельку. Оставлю я это вот так вот где-то на час точно. Не знаю, там как получится. Потом я это все пожмакаю и постираю с обычным детским порошком в стиральной машинке. Так, ну вот, высушила я вещи. Вот это вот, в принципе, отстирался. Не помню, где здесь конкретно было пятно. Предыдущая такая же, она у нас уже снова лежит в стирке. Там пятна остались. И вот этот вот. Вот они. Эти пятна, они не отстирались. Но, может быть, они посветлее стали. Не знаю даже. Но они остались. Они есть, они остались. Вот так вот. Не знаю, сделал следующий. Полностью заливать в ваниш без воды. Ну, не знаю, есть смысл, нет смысла. Напишите в комментариях, если есть смысл, если вам это интересно. Тогда можем сделать такой вариант. Ну, я думаю, что вот эти пятна просто отстираются со временем. Меньше, меньше их будет и все. Вот. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Вот. И всем пока-пока.